Сергей Устюгов не выступит на чемпионате страны по лыжероллерам, который начинается в пятницу в Тюмени. Вигорский лыжник принял такое решение вместе с личным тренером Маркусом Крамером. Сергей сейчас находится в Тюмени на тренировочном сборе и будет в своем темпе набирать необходимую форму. Кроме того, югорчанин на прошлой неделе перенес простуду, поэтому внес коррективы в тренировочный процесс. Чемпионат России по лыжероллерам пройдет в Тюмени с 16 по 20 сентября. В программе гонки на лыжероллерах с раздельным стартом, классическим и коньковым стилем, спринт и кросс.